passing. Только что говорил, где-то мы здесь проехали, была лень. Here. Говорю, останови, я хочу заснять Go. Оленя. Get out. Don't poke yourself. Я даже не знаю, куда смотреть. Вот он, мое солнышко, моя радость, мою кроссовочку. Ну, не убегай, не убегай. Вот она, моя прелесть. Мой маленький. А вон он еще один. Вот они, мои зайчики. Ну, наконец-то. Я так давно хотела заснять оленюшек, как они в природе бегают. Вот так вот они бегают. Мои маленькие. Моя красавичка. Мое солнышко. Вон он побежал. Побежал, побежал. Испугались. Сверкают попками, убегают. Я их напугала. Какое каплоухое чудо. Каплоухое чудо. И попка, как у моего Миши. Так хочется его за попку ущипнуть. Мои зайчики, мои лапочки. А вот они, целое семейство. Ой, где же они, где они? Не получается захватить. Вот они. Вот они, мои маленькие. Видимо, мамка с ребятишками. Мои красавички, мои сладкие. Мои маленькие. Не, подгоняет меня уже. Здесь нельзя останавливаться вообще-то. Вот, но мы вернулись специально, чтобы Нанушка засняла оленей. И там у них тоже около 6 штучек, гляньте. Моя прелесть. Ура! Наконец-то я их поймала. И вот столько много их обычно, хоть и знаки висят, а все равно погибают на дороге. Очень жалко. А там вот мы увидели козочки. Дикие, вот они. Вот целое ram-horn sheep. Стадо. Ram-horn sheep? Yes, ram-horn sheep. Вот они. Чего они даже не двигаются, как замерли? Может, они игрушечные? Maybe they're fake? Ah, no, they're moving. No, they're not. They're just looking at you like what? Ага. Вот они. Боже мой, как же это здорово. И как-то... Я обалдею видеть такие вещи намного больше, чем мы насмотрелись этих каменюшек под землей. Вот от таких вещей я вообще таю. Увидеть в природе. Выключи музыку! Я... Попросила выключить музыку. Вот они, мои красивые. Вот это, наверное, вожак стаи. Я так думаю, он самый такой рогатый, кажется, и крупный. Вот он. Ну, это действительно намного... Say, до свидания. We're leaving. No. Yes. И сколько их? Мы посчитали. And we need to go. Bye-bye. Я таю от таких картинок вообще. Намного больше, чем все, что мы сегодня просмотрели в этих пещерах, каменюках. Вот это вот мое удовольствие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 барашков. Вот они. That's it. Красотунюшки. Все, поехали. Ба-ба! Пока! Вот такие кактусята вокруг при дороге. Маленькие пальмочки.
этот домик, который окутан всеми деревьями. Фермерские всякие тут уходят. Hey, hey, let's go. Free coffee. Is his battery out? Uh-huh. It shows a cross button. Right in the sides of the... I can see it. I'm gonna hide behind the trees. Up into Cloudcroft. It's a Cloudcroft ski area. Beautiful, isn't it? On the sun, on the snow. Yeah. Тут кусочек солнышка. Oh, welcome to Cloudcroft. Жутковато. Классный мостик. Ходить по нему нельзя, не знаю, чего для чего он там. Чего-то там написано. See? Just to bring wood across there. Прохладненько. Stinky. Hey, why? Frozen. Frozen stinky. Вот на табличке было написано Lincoln National Forest. Национальный парк Линкольна. Здесь, в горах. Въезжаем в туннель. Захотелось мне снять туннель. Wow, look at those rocks. Look at that ice waterfall. Вода капала.